Меня зовут Евгений Ермолаев, я являюсь экспертом компании Pult.ru, и сейчас вам расскажу про акустическую систему Wafidale Jade 7. Jade 7 относится к одной из верхних линеек и является топовой моделью в своем модельном ряду. Рассмотрим ее поподробнее. Акустическая система имеет 4 варианта отделки. Перед нами сейчас черный лаковый. Необычно для современных мерок используется 4-полосная конструкция. Это 25-миллиметровый купольный твиттер алюминиевый, это 65-миллиметровый среднечастотник на основе алюминиевого композита, это 165-миллиметровый низкочастотник и 2 поднизкочастотника диаметром каждые 200 миллиметров. Материалы 3 нижних динамиков – это полимерный материал на основе композитных волокон. Акустическая система имеет раздельные объемы для каждого из динамиков и имеет абсолютно непараллельные стенки корпуса. То есть мы видим, здесь у нас идет ни одной параллельной стенки. Если мы посмотрим ее в профиль, мы также увидим, что верхняя стенка у нас имеет изгиб. Сама система стоит на очень приятной, очень удобной подставочке. Вот она. И на задней панели мы видим высококлассные клеммы для биваринга. При этом обратите внимание, что они все расположены вертикально, что опять-таки очень удобно для подключения кабелей. В верхней части акустической системы мы видим фирменную наклейку с основными параметрами. Это номинальная мощность от 50 до 150 Вт, сопротивление 6 Ом и диапазон частот от 38 до 24 кГц, чувствительность 88 дБ. Эту акустическую систему лучше использовать в помещениях достаточно просторных, порядка 40-60 метров. И использовать, естественно, мощный усилитель. Оптимальная мощность усилителя в районе 150-200 Вт на канал. Эту систему вы можете приобрести в нашем интернет-магазине pult.ru.